Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Принята региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в рамках которой будут построены и реконструированы более 20 объектов. Студенты-медики Северокавказской государственной академии вновь продолжат помогать врачам военного госпиталя Минобороны России в Ростове-на-Дону. Он внес неоценимый вклад в сохранение языкового богатства карачаевского народа. Ученому, автору 5 словарей Ханафию Суюнчеву, исполнилось бы 100 лет. Прикоснуться к культурным и историческим страницам музея Румкала проходит выставка, посвященная выдающимся жителям Малого Карачая. Сегодня День воинской славы России, 80 лет победы в Сталинградской битве. К жителям республики обратился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. Это дата величайшего подвига, гордости и доблести бойцов Красной Армии и всего советского народа. Бои за Сталинград – важный переломный момент в Великой Отечественной войне, где противостояние двух противоборствующих сил закончилось победой советских войск. 200 героических дней и ночей обороны Сталинграда за каждый квартал родной земли, за каждый дом вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. Массовый героизм бойцов, защищавших город на Волге, навсегда вписан в историю страны и запечатлен в памяти наших граждан. Об этом свидетельствует более 200 исторических мест, посвященных этому самоотверженному событию. Почти 1000 наших отважных земляков были участниками Сталинградской битвы, из которых 147 человек награждены медалью за оборону Сталинграда. Сегодня на заседании Президиума правкомиссии по региональному развитию в России была принята программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в республике в режиме видеоконференц-связи. Программу, которую представил глава Карачаево-Черкесии, поддержал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Региональная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карачаево-Черкесии на 2023-2027 годы разработана с целью модернизации инженерных коммунальных, которые изношены и требуют ремонта или полной реконструкции. В ее рамках будут построены и реконструированы 17 объектов вода и 4 объекта теплоснабжения. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тысяч человек, проживающих в 14 населенных пунктах республики. Как было отмечено, в целом Карачаево-Черкесия хорошо отработала задачи 2022 года по мероприятиям строительной отрасли. Работы велись по 191 объекту. Регион продемонстрировал лучшие показатели по 16 программам строительства, реконструкции и капремонта объектов социально-инженерной дорожной инфраструктуры и занял 4-ю строчку в рейтинге субъектов России. В Ростов-на-Дону отправились студенты-медики волонтеры с КГА. Они направятся в военный госпиталь для оказания помощи медикам в лечении военнослужащих СВО. Каждый из студентов самостоятельно принял взвешенное и ответственное решение в лечении военнослужащих российской армии, получивших боевые ранения в ходе специальной военной операции на Украине. Многие из них оказывают помощь не впервые. Альбина Ламкова продолжит тему. Сам я еду второй раз, и первый раз мы туда попали в начале ноября месяца. Нас встречает главврач и обычно, и, соответственно, начмед, которые заселяют нас в казарму, и после этого, соответственно, назначают нам отделения, в которых непосредственно требуется наша помощь. Студенты-медики самостоятельно принимают решение, в каком отделении будут оказывать помощь. И Рамир выбрал нейрохирургическое. По окончанию медицинского института он будет работать в этом направлении. Проходя практику в военном госпитале, наши студенты-медики лечат не только тело, но и души. Все истории, которые рассказывают бойцы, они каждая по-своему уникальная и особенная, потому что каждый по-своему проходит через этот путь, через участие в этой операции. Но каждая история, она полна патриотизма, и каждый боец, который рассказывает нам об этом, он мечтает вернуться обратно на территорию специальной военной операции, чтобы продолжить свою службу.
Задача военного госпиталя – полная реабилитация больных. Студенты-волонтеры медицинского института СКГА помогают его врачам в лечении военнослужащих, получивших боевые ранения в ходе специальной военной операции на Украине с начала лета. Очередная группа волонтеров направляется в 8-й раз. Практически все студенты имеют начальную медицинскую подготовку. Многие из них прошли испытания в красной зоне в период пандемии. Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» вручала им благодарственные письма, грамоты за ту помощь, которую они оказывают нашим российским солдатам. И Руслан Махарович спросил: ребята, есть ли у вас желание продолжить эту миссию, эту работу? И вы знаете, в ту же секунду все 40 ребят, которые сидели за этим столом, подняли руки. Действительно, вот на глазах наворачиваются слезы и вот переполняет чувство гордости за тех ребят, которых мы обучаем. И хотелось бы выразить огромную благодарность их родителям. Элла Дармилова выразила уверенность в том, что вуз выпустит не только профессионалов своего дела, квалифицированных медиков, но и настоящих людей-патриотов своего отечества и своей родины. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, ночью местами снег, днем в горах небольшие осадки. Ночью и утром местами туман и гололед, ветер южный 5-10 метров в секунду. Днем в горах будут порывы до 15-18. Температура ночью до 9 градусов мороза, в горах до минус 15, а днем плюс 2-7 и местами до минус 5. На дорогах гололедица. В Черкесске переменная облачность, ночью слабый снег, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Ночью и утром на дорогах гололедица. Не пропустите, в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновленного агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили, приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. Продолжаем выпуск. Он будет жить, забвение не знаю. В Черкесске на базе Карачаево-Черкесского института повышения квалификации работников образования прошел республиканский семинар учителей родного языка, посвященный столетию известного ученого, лингвиста-тюрколога Ханафея Идрисовича Суюнчева. В научном мероприятии приняли участие ученые, языковеды, педагоги школ региона. О деятельности известного ученого и о работе семинара подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Он внес огромный неоценимый вклад в сохранение языкового богатства карачаевского народа. Долгие годы своей жизни Ханафей Идрисович Суюнчев посвятил сохранению и развитию родного языка. Ханафей Суюнчев является автором и руководителем авторских коллективов 5 словарей карачаево-балкарского языка, которыми пользуются и поныне. Открывая научное мероприятие, проректор по учебно-методической работе Республиканского института повышения квалификации работников образования Татьяна Чанкаева подчеркнула, что сегодня важно сохранить это богатое научное наследие. Это мероприятие проходит в рамках мероприятий, проводимых Карачаево-Черкесской республики в десятилетие науки и технологий. Для участия в работе семинара приглашены научные сотрудники Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института, учителя наши уважаемые, есть и руководители образовательных организации, творческая интеллигенция. Ханафей Идрисович прошагал фронтовыми дорогами с ноября 1942 года до победного конца. Был отмечен орденом Отечественной войны и многими медалями, в том числе за победу над Германией. Много лет Ханафей Суюнчев руководил секцией карачаево-балкарского языка учебно-методического совета Министерства образования и науки Карачаево-Черкесии. Он является одним из авторов школьных учебников по родному языку. Участники семинара отмечали, что Ханафей Идрисович был одним из тех, кто занимался сбором карачаево-балкарского фольклора. Параллельно с обширной, востребованной лексикографической, лексикологической работой
Суюнчев Ханафи Идрисович активно включался в решение вопросов унификации карачаевского и балкарского алфавитов, а также совершенствования единой карачаево-балкарской орфографии, автор многих учебников и словарей для национальных школ. Наши уроки не обходятся без трудов Ханафия Суюнчева. Чего стоят его словари, которыми пользуются учителя и школьники, уверяют учителя родных языков школ республики. Я всегда поражаюсь. 57-й год, когда народ строил дома себе, да? Днем работали в колхозе, в совхозах, вечером по ночам друг другу помогали, дома строили. Ну, не только дома. Все буквально, школы, больницы и все остальное. Народ был этим занят. И в то же время не забывали, что вот язык для того, чтобы... Вот они оттуда вернулись, а тут надо же сохранить народ, а сохранить народ без языка нет народа. Так же? И вот он человек, который, ну, я не знаю, всю свою жизнь посвятил сохранению языка. Также учителя родного языка и литературы поделились опытом работы с научными трудами карачаевского ученого-лингвиста Ханафия Суюнчева. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Вековой путь Малого Карачая. В историко-краеведческом музее-центре Малокарачаевского района Рум-Кала проходит выставка, посвященная столетию образования Карачаева-Черкесии. Что можно увидеть на экспозиции, расскажет Алла Качиева. Более 450 фотографий разного периода. Люди, запечатленные на них, в основном жители Малокарачаевского района, внесшие весомый вклад в развитие своей родной Карачаево-Черкесии за 100 лет. Это позволяет посетителям музея Рум-Кала прикоснуться к культурным и историческим страницам, испытывать гордость за каждого из них. Здесь герои России, которые подарили мирную жизнь. Герои социалистического труда, известные своими трудовыми подвигами. Государственные, политические, общественные, религиозные деятели, врачи, педагоги, артисты, спортсмены, многодетные матери, словом, те, которые поднимали свой край, прославляли его и на которых сегодня может равняться молодежь. Выставка наша называется «Вековой путь Малого Карачая». Мы хотели отразить развитие всех сфер жизнедеятельности в течение 100 лет. У нас для этого мы разделили на сферы, это у нас идет сельское хозяйство, здравоохранение, образование, промышленность, экономика, культура и спорт. Каждый стенд рассказывает о достижениях Малого Карачая, о событиях, о людях, которые внесли свой вклад в развитие данной сферы. Коллекции фотографий, хранящих память и историю Малокарачаевского района, собирали по крупицам. В течение нескольких месяцев, рассказывает Малика Чучаева. Информацию мы в основном брали из книг. У нас есть своя библиотека. Далее пользовались информацией из сети интернет. Также у нас есть большой фонд свой архивных документов. Что-то брали из архивных документов. По крупицам собирали информацию для каждого стенда. И если прочитать и посмотреть фотографии, каждый стенд рассказывает о достижениях в каждой сфере в течение 100 лет. Также здесь представлена многогранность жизни горца за столетнюю историю. Национальная одежда, различные предметы быта, посуда, утварь и многое другое можно увидеть на экспозиции. Есть музей Рум-Кала и работы известного скульптора Магомеда Хабичева. Под впечатлением мастер слепил и бюст героя России, прославленного летчика Канамата Буташева. Я хотел именно показать вот этот израненный силуэт, как бы, то есть лишний раз, чтобы убедиться, что это был героизм и души от всего сердца, от всей души, от всего своей ответственности человека, взявшего себе такой груз бремени, то есть жизнь ради спасения. И он отдал эту жизнь, спасая своих друзей, без поколебания, без раздумий. То есть это чисто горский подвиг.
Выставка продлится до 10 февраля. Примечательно, что в этот день Малокарачаевский район и отметит свое столетие. Алла Качиева, Али Бостанов, Вести Карачаево-Черкесия, Учкикен. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский».